Многоуважаемые доны и дони, здравствуйте, Евтушенко Евгений Александрович. Был я столько раз так больно ранен, добираясь до дому ползком, но не только злобой протаранен, можно ранить даже лепестком. Ранил я и сам совсем невольно, нежностью небрежной на ходу, а кому-то после было больно, словно босиком ходить по льду. Почему иду я по руинам самых моих близких, дорогих? Я так больно и легко ранимый, и так просто ранящий других. Всем спасибо.